Всем привет! Сегодня мы будем готовить кадын буду кефте, что в переводе означает «женская ляжка». Для начала нужно отварить рис. Не знаю, сколько тут в граммах, но примерно 150 мл. 150 мл риса и 300 мл воды. Варить будем немного дольше, чтобы рис немного разварился. Рис поставили варить. Далее берем 600 грамм фарша, 100 грамм оставляем в сторонку, 500 грамм вываливаем в сковородку, сухую сковороду, ничего не добавляем. Далее подготовим лук. Режем луковицу как можно мельче. Достаточно мелко нарубили лук, отправляем его в сковородку. И то же самое делаем с еще одной половинкой луковицы. Перерезав лук, ставим сковородку на газ, без жира. Будем жарить на сухую, до полуготовности. Все это обжариваем на огне ниже среднего, регулярно помешивая. Мясо используем говяжье. Можно ли готовить из другого мяса, не знаю. Турки готовят это блюдо из говяжьего мяса. И как можно увидеть, что в сковородке хватает жира, без добавления масла или других жиров. Ну а мы продолжаем жарить мясо до полуготовности и размышлять на тему, какие интересные люди в Турции, что дали название блюду как «женская нога» или же, более точно говоря, «женская ляжка». Какое у них богатое воображение назвать так блюдо. Помешиваем регулярно и видим, как мясо доходит постепенно до нужной кондиции, и стараемся сжарить без комочков. А по дому начинает разноситься вкусный запах жареного мяса с луком. Продолжаем жарить дальше. И сейчас на сковороде стало много жидкости, жира с мяса и сока с лука. Нам нужно его немного выпарить. Все, мясо более чем наполовину или наполовину сготовилось. Жидкость выпарилась, выключаем и даем остыть до температуры, чтобы мясо можно было спокойно трогать руками. То же самое с рисом. Рис разварился за это время. Тоже выключаем и тоже даем остыть. Все остыло. Добавляем сюда же 100 грамм сырого фарша и высыпаем разваренный рис. Добавляем пол чайной ложки такой приправы, как тимьон, по-другому зира или кумин. У нас маленькая ложечка, так что мы добавим 2, а так пол чайной ложки. Добавляем черный перец по вкусу и солим тоже по вкусу. Добавив приправу, начинаем тщательно все перемешивать. Перемешиваем все тщательно. Перемешали мы очень тщательно, и вот такой фарш у нас получился. Перекладываем фарш в емкость, сковорода нам еще понадобится. Далее насыпаем на стол или же противень пару столовых ложек муки. Разбиваем 2 яйца в емкость. Емкость берем такую, чтобы было удобно потом обмакивать в яйце. И взбиваем яйца. Яйца не солим. Далее из такого фарша формируем подобие котлет, но круглой формы. Почему их назвали женские ляжки, это, конечно, непонятно, но выглядит прикольно. Куда-нибудь выкладываем и продолжаем дальше. До тех пор, пока не переделываем все. С этого объема фарша у нас получилось 22 штучки женских ножек. Наливаем в сковородку масло, чтобы оно не только покрывало дно, но чтобы его было на 3-4 мм над поверхностью. И начинаем выкладывать наши штучки. Кто-то может сказать, что они похожи на всем известные тефтели, но это блюдо у нас будет жареным. Все выкладываем на сковородку и продолжаем в том же духе. Все, жарим и переворачиваем. И потихоньку, помаленьку переворачиваем, перекладываем сбоку на бок. Жарим как котлеты, только отличие в том, что здесь нужно обжаривать с 4 сторон. Переворачиваем на следующий бок, на третий.
Ну и переворачиваем на заключительную четвертую сторону. Готово. Снимаем. Снимаем в другую сковородку, чтобы если вдруг что-то не съестся, можно разогреть сразу на сковороде. Ну а мы продолжаем. У нас осталась ровно одна партия. Вот такое прекрасное блюдо у нас получилось. Кадын буду кёфте. А вы пробовали такое блюдо? Такие котлетки очень-очень вкусные. Мне они очень нравятся. Это блюдо можно есть как самостоятельное блюдо, так и с гарниром. И внутри оно выглядит вот так. Если вам понравилось данное блюдо или данный рецепт был для вас полезен, то не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Также можете написать в комментариях рецепт своего любимого блюда. Всем приятного аппетита и до новых встреч!